Крикунов. 1-1. Вот так, на удивление, легко получилось. Да еще в исполнении одного игрока. Посмотрите, он шайбу подхватил. Вообще в чужой зоне, отобрав ее у Лусениуса. Почему здесь Госса его не встретил, я не знаю. Защитники пятились назад. И в результате вот он так доехал чуть не от своих ворот до чужих.